Мышь Мириус Маус уже стала хитом 2019 года среди приманок. Это успешный симбиоз между тейлбейтом и бактеем. Пышная юбка приманки дает хорошую объемную форму в воде, а крупный пятачок создает мощный ток вокруг себя. Легко заменяемый шарнирный хвост изготовлен из качественной резины плюс хорошо заводится. Мышью Мириус Маус можно ловить невероятно медленно и с полным контролем, даже в самую плохую погоду. Удивительные водоотталкивающие свойства бактерии и работа двойного хвоста практически на паузе делают приманку настоящим большим магнитом для матерого хищника и привлекают его с больших расстояний.